Всем привет! Добро пожаловать! Dota 2 и самый часто задаваемый вопрос на сегодняшний момент это как обузить компендиум. Я не хотел делать это видео, но руководствуясь тем правилом, что информация должна быть доступна для каждого, пользуются ею или нет, вы решаете сами. А также то, что сейчас творится в Steam на торговой площадке по Dota 2. Сраные комонки, которые нафиг никому не впали. Никогда были не нужны. Цены, на которые сейчас 5 центов, которые за 3 цента никто не купит и днем с огнем не сыщешь. Сейчас просто и с каждой вещи товарищ Гейб зарабатывает 2 цента. Минуточку. А этих предметов в каждый день и продаются огромнейшее количество. Я все-таки решил сделать данное видео. Данное видео и руководство, скажем так, не используют какие-либо читерские программы, методы обхода и так далее. Это всего лишь, скажем так, использование тех ресурсов и тех возможностей, которые предлагает сама Dota. Ну что ж, перейдем. Как обузить компендиум? Итак, вы собираете команду. Вам, во-первых, нужно 10 человек. Друзья, я не знаю, вот в гильдии, допустим, вы создаете, набираете группу 10 человек. Далее вы переходите в создать лобби, создаете лобби под какой-то определенный пароль, неважно. Говорите им, набиваются люди, как попало. То есть я сразу хочу сказать, если у вас 5 друзей, у вас ничего не получится. Набиваются люди, далее есть такая кнопочка балансировать команды. То есть у каждого игрока есть какой-то определенный скилл или какой-то определенный рейтинг, хочу сказать. Дота сама его определяет. По количеству проведенного в доте часов, по какому-то там винрейту, по матчмейкингу, я не знаю, kill death assist, то есть сама Дота это знает. И вот эта кнопочка знает ее тоже. Вы балансируете команды. То есть постоянно нажимаете несколько раз эти команды, а также в двух командах после несколько раз нажатия выбираете капитанов. То есть, допустим, здесь один капитан и здесь один капитан. Здесь, в правой части, вот здесь вот будет список ваших игроков. Один товарищ, нажимая на кнопочку, приглашает их в группу. Собирайте группу из 5 человек. Тьма и свет. Так? После этого каждый должен отсюда выйти. Из лобби. Не из группы, а из лобби. Отлично. Переходим в обычную игру. Здесь создаем, значит, all pick. Регион берем, допустим, Перу и, ну не знаю, Южная Африка, либо Чили, либо Австралия. То есть один определенный регион, допустим, Перу. Язык какой-то определенный, испанский или китайский. И обязательно, чтобы эти два капитана имели связь. Как-то осуществляется, допустим, можно тому капитану даже через Steam позвонить. Вы выбираете игрока, открываете меню ему чата, и здесь есть кнопочка «Позвонить». Вы звоните этому товарищу, вот. Значит, вы связываетесь. Это я дальше... Ну, вы поймете, для чего это нужно. Чтобы была обязательно связь. Итак, вы полностью два капитана подтверждаете, что у вас all pick, допустим, Перу и испанский. Начинайте по отсчету. Раз, два, три. Нажимайте кнопку «Искать». Все, теперь команды ищут. Вначале идет поиск игры. Бывает такое, что этот поиск сбивается, вот этот вот таймер, и начинается поиск сервера. Если у вас и у команды, ну, второй команды, да, одновременно выскакивает вот этот поиск сервера, я вас поздравляю, это 99%, что вы попадете в один и тот же бой. То есть у вас вылетает такая вот табличка, игра найдена, принять, отменить, вот. И вы, если одновременно это высказываете, вы подтверждаете, вы попадаете в один бой, и первый бой, допустим, выигрывает свет. То есть вы как бы так договариваетесь, что выигрывает свет. Что вы обузите в этом при этом? Вы можете поставить лайк на статую. Вы можете взять героя, который вам нужен. Вы пишете в общий чат, что вам нужно. Там, допустим, с блинка заагрить двух противников, с блинка застунить кого-то, там, заденайдить тауэр, поставить варды и еще что-то. Вот, то есть и обязательно предсказывайте победы. Победы предсказываются следующим образом. Значит, амулеты одинаковые, не стакаются. Но разные амулеты стакаются. Вот, допустим, у меня вот есть этот джевел. У меня вот успешных прогнозов 2. И это тоже успешных прогнозов 2. Еще по одному я получу здесь 750 монет, а здесь сет. И вместе с сетом еще и 25 очков компендиума. Но это я уже говорил в прошлом своем видео. Итак, допустим, вы провели битву. И, ну как, покупайте курицы, бежите, значит, на мид, сливаетесь там, в общем, фидите. Желательно куриц покупать постоянно. За курицу даются 150 монет. Это очень хороший прирост к золоту. Примерно на 10-й минуте у каждого из венеров будет уже парапири. Они нас быстро сносят, у нас где-то примерно 10 минут на бой. То есть за 10 минут венера
выполняет все свои задания, убивает Рошана, там если надо какие-то варды поставить, все это успевается сделать, они вас сносят. После этого, после боя, капитан команды снова заходит в лобби, создает лобби. Капитан. Те, кто были в винерах, заходят за это место. Те, кто были в лузерах, заходят на это место. И меняете капитана. То есть у вас, допустим, был капитан на первом месте. Потом вы, значит, распускаете группу вот здесь вот. И тот, кто был, допустим, на третьем месте или на, неважно, на ком, те же самые. То есть не балансируете команды. А именно винера и лузера делаете, значит, меняете просто капитана. Здесь был этот капитан, здесь этот. Они снова пересобирают тот же состав, тот же состав. И, значит, все выходят потом из лобби. Вот, обязательно выйти из лобби, потому что у вас кнопка найти будет неактивна. Ну, точнее, не то, что она неактивна. Вы нажимаете, но поиск не будет идти. И, значит, выбирайте другой уже регион. Искали на Перу, теперь ищите там в Южной Африке. Или ищите там в Чили где-то, или в Австралии. Меняйте регион. И так же само, теперь уже пытаетесь снова попасть в один и тот же бонд. Но теперь команды меняются. Те, кто были победителями, теперь становятся, ну, помогают тем, кто проигрывал. Вот и все. Когда счет становится 1-1, снова собирайте новые пати и так далее. Приглашайте новых людей. Или теми же составами продолжаете вот так вот сыграть. То есть меняйте команды, меняйте регионы. И с этим, я думаю, вы справитесь. И еще, многие говорят, что давайте еще лайки будем ставить за, ну, я имею в виду вот это вот, значит, положительный отзыв. Я считаю это не спортивно, я категорически против этого. Если лайк на стату я могу поставить, если я могу поставить, допустим, помочь человеку нормально получить победу, не страдать, не это, в связи с тем, что на... этой чертовой площадке, которая сейчас просто из-за вот этой сраной кнопки перековки предметов, все просто взлетело до небес цены. Я вам вот предлагаю такой метод решения этих вопросов. То есть вы получаете очки компендиума, получаете с него предметы, ну и так далее. Ну что ж, если я вам помог, я был рад. На этом с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, всем желаю удачи. Будут вопросы, задавайте, вступайте в гильдию. До встречи в новых сериях. Пока-пока.